Президент посетил выставку собак породы Тазе. Главе государства рассказали о проводимой работе по восстановлению и разведению национальных и редких пород. Касым-Жомарт Токаев отметил важность популяризации Тазе на международном уровне. Цитирую. Борзая Тазе – особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из 7 сокровищ. Мы должны популяризировать породы Тазе и Тобет на мировой арене. Также в рамках встречи президенту подарили щенка по кличке Наурыз. Сделать вам подарок? Спит. Пока что спит. Издревле мне казахская порода собак в Казахстане считалась одним из самых дорогих подарков.